В этом видео мы рассмотрим с вами сварные конструкции. Сварка – это такая же сборка, которая рассматривается как отдельная неразборная деталь. Итак, откройте кронштейн, который мы с вами создавали. Вот сборку кронштейна откройте. Вот. А пока вы открываете, я расскажу процесс, как это все состоит, то есть из чего это состоит. Сначала вы создаете обычную сборку и далее... После того, как все зависимости создадите, далее ее нужно будет конвертировать в сварную деталь. Вот, и перед тем, как конвертировать, нужно обязательно пересохранить, потому что когда вы конвертируете свою сборку в сварку, то обратно уже вернуть нельзя. То есть, как я уже говорил, сварка – это сборка, которая рассматривается как отдельная неразборная деталь. Уже компоненты нельзя будет переместить, то есть они будут уже жестко будут между, они будут между собой связаны как единое целое. Итак, вот у нас сейчас с вами кронштейн открыт. Давайте его пересохраним, чтобы вот этот кронштейн у нас остался. Вот все, мы с вами создали сварную деталь, приварили все везде, где нужно. Давайте сохраним нашу деталь. Эти и другие видеоуроки смотрите в видеокурсе «Эффективная работа в Autodesk Inventor 2».